Сегодня у нас 9 января. Адрес Калинина 41, Владивосток. Порыв тепломагистрали. Вот вода у нас вовсю льется. Звонили 112, звонили в городскую аварийную службу. Уже прошло 7 часов, никто так и не приехал. Сейчас покажу, что творится у подъезда. Здесь у нас вот так. Придется ноги, конечно, промочить. Ну вот. Вот так вот у нас. Жильцы борются за живучесть своего подъезда.